один из самых легких вариантов выполнения. Слушайте мои инструкции и попытайтесь повторить за мной. Итак, встаньте на передний край коврика, ноги на ширине бедер, стопы параллельно. Расслабьте колени, сделайте круг плечами, раскрыв грудной отдел. Растопырьте пальцы рук, смотрите перед собой, подбородок направлен к груди, шея ровно. Вдох, руки через стороны вверх и посмотрите вверх, забрав ладони. Выдох, руки через стороны вниз, смотрим вперед, наклоняемся, опустите руки на пол, согните колени, если это требуется. Вдох, одна за другой ногой шаг назад, планка, пятки толкаем назад. Выдох, сгибая локти, кладем грудь, подбородок на пол. Вдох, проталкиваем тело вперед, плечи назад. Выдох, пальцы ног ставим на пол, встаем в позу собаки. Делайте шаг ногами вперед, пальцы рук растопырьте. 5 циклов вдохов-выдохов, мы здесь останемся. Локти прямые. Плечи разворачивайте кнаружи, то есть от шеи кнаружи. И самое главное, толкайте копчик вверх. Не стремитесь сразу поставить пятки вниз. Они со временем сами опустятся. Толкать их не надо. Мои пятки сами опускаются, но я толкаю копчик вверх. После 5 циклов дыхания в этой позе посмотрите вперед, сделайте вдох и на выдохе шаг за шагом поставьте ноги вперед. Потянитесь лбом, колени, выдох. На вдохе руки через сторону вниз, колени согнуты. Поднимаемся, соберите ладони вместе. Выдох, руки через сторону вниз. Мы повторим еще таких 4 цикла. Вдох, руки вверх, собрать локти. Выдох, руки через стороны вниз, ладони на пол, колени согните. Вдох, шаг за шагом назад, планка. Выдох, сгибаем локти, грудь, подбородок на пол. Вдох, проскальзываем вперед, кобра, плечи назад. Выдох, поза собаки. 5 циклов вдохов, выдохов, здесь остаемся, толкаем копчик вверх. Плечи наружу. Дышим вдох носом, а выдох ртом в течение всего выполнения упражнения. После 5 циклов выдоха. Вдох, посмотрите вперед, выдох, шаг ногами вперед по одной. Вдох, посмотрите на пол. Выдох, лоб к ногам. Колени можете держать согнутыми, если это требуется. Вдох, посмотрите вверх, руки через стороны вверх поднимаемся. Выдох, руки через стороны вниз. Вдох, выдох, 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 вдох, выдох, 5 секунд, вдох, копчик толкаем вверх, выдох, плечи наружу, вдох. Еще 2 цикла вдоха, выдоха, постоянно направляйте плечи наружу, от шеи наружу, выдох. Как будто вы хотите увеличить расстояние между лопатками. В то же время направляйте лопатки к копчику. Вдох, шаг вперед. Выдох, лоб, колени. Вдох, поднимаемся руки через стороны вверх. Копчик толкаем вверх, пальцы рук растопырим, плечи наружу. Дышим вдох носом, выдох. После 5 вдохов выдох, вдох, шаг ногами вперед, вдох, выдох, лоб, колени, колени можно держать подсогнуты. Вдох, руки через стороны, да? Выдох. И повторим последний раз, пятый. Выдох,
Хорошо, а когда вы здесь делаете вперед настолько, насколько вам удобно? Толкаете кончик вверх, пальцем просто, подними локти, прими. Направляете плечи от шеи к ноге. 5 секунд вдохов, выдохов, вдох, носом.